Золотом, серебром и бронзой вернулись домой сборная края молодых профессионалов. На национальном чемпионате WorldSkills Russia в Казани кубанская делегация завоевала 16 наград. Ну и вот несколько дней студенты колледжа доказывали свой профессионализм в 31 компетенции. Ну и пока молодые мастера работали на одних площадках, рядом трудились их педагоги. Для них определили особую номинацию. Как ковалась победа и как встречали героев на Кубани, расскажет Вероника Веретенникова. Эти ребята смогли доказать всей России. Стать молодыми профессионалами возможно даже до получения диплома. Из Казани кубанская делегация, к слову, одна из самых многочисленных, 73 человека, возвращается не с пустыми руками. На груди красуются медали и медальоны, а в перспективе мировой этап чемпионата, который тоже пройдет в Казани в августе этого года. Медальон говорит о профессионализме участника. Участник, который получил больше 500 баллов. Я счастлива, я рада, что мне и моим учителям удалось достичь этого успеха. Да, есть к чему стремиться, но это очень волнительно и приятно. Задания были абсолютно разные. Во-первых, они были секретными. То есть я просто выходила на стойку и не знала, что будет. Были стандартные задания, начиная с бронирования, заезда, выезда, а также экстраординарные ситуации, например, вооруженное ограбление, пожар, различные поломки. В российском профессиональном первенстве участвовали не только студенты колледжей. Для маститых специалистов была своя категория – 50+. И поблажек на возраст судьи не давали. Все задания максимальной сложности нужно было в ограниченный период времени показать самый высокий результат. Например, повара готовили холодную закуску с птицей, горячее блюдо с рыбой и десерт всего за 4,5 часа. Лидии Фадеенко не хватило несколько баллов, чтобы стать призером. Но медальон с чемпионата она привезла. Мне это было интересно. Профессионально хотелось бы обменяться опытом, хотелось посмотреть Казань, хотелось посмотреть, что такое нацпроект. Теперь я могу своим студентам дать кое-чего нового, чего я немножко не знала. А вот право представлять регион на международном уровне выпало Анне Краснодымской. Девятиклассница из Лабинска стала не просто лучшей в своей компетенции, но и единственной девушкой среди мастеров, которые на «ты» с холодильниками и кондиционерами. Своему успеху старшеклассница поверить до сих пор не может. Однако золотая медаль – не повод расслабляться. Сейчас все силы и мысли девушки направлены на подготовку к мировому этапу. Чемпионкой России среди юниоров я уже стала. Теперь моя цель – стать чемпионкой Европы и чемпионкой мира. В Казани по итогам трех дней соревнований молодые профессионалы Кубани вошли в десятку лучших в стране. Команда «Края» на конкурсе заняла 9-е место. Не просто 9-е командное место, а 16 призовых мест из 31 компетенции. Это очень достойный результат. 3 золотые, 5 серебряных, 4 бронзовые и 4 медальона за профессионализм. Это очень хороший показатель. Сегодня результат работы огромной системы среднего профессионального образования Кубани. В среднем составе, и я думаю, что многие из тех ребят, которые сегодня выступали на прошедшем чемпионате, на них Союз WorldSkills обратит внимание. Конечно, их результаты, медаль за профессионализм, это тоже очень высокий показатель. Я думаю, все наши дети, которые вот сейчас прошли этот чемпионат, они однозначно попадут, от них будет отбор на расширенный состав нашей национальной сборы. Кроме профессионалов, на чемпионате отметили и работу учебных заведений Кубани. В топ-100 лучших колледжей России попали Краснодарский, гуманитарно-технологический и машиностроительный, Славянский сельскохозяйственный и Пашковский сельскохозяйственный. Вероника Веретенникова, Евгений Береснев, Кубань-24.